таким, знаешь, как бы не жаль по ночам. Привет. Дорогие мои, спасибо вам большое за этот год. Спасибо за то, что вы меня смотрите. Иногда 5 минут, иногда 25 минут смотрите меня. И мне это очень приятно. Мне очень приятно, что не только мои близкие и родные могут меня выслушать, но и еще кто-то, с кем-то я могу поделиться каким-то своим полезным, на мой взгляд, опытом. И надеюсь, что вам действительно они приносят опыт. Ну или вообще, в принципе, вот чужое мнение иногда тоже нужно услышать. Спасибо вам большое за ваши лайки, за ваши комментарии, за то, что мы общаемся. Я с массой обалденных, положительных, суперских людей познакомилась за этот год. И я вам желаю в новом году приобрести как минимум столько же добрых, положительных, хороших людей, как приобрела я в ваших лицах. И чтобы у вас каждый день был наполнен новым смыслом, каждый день наполнен был новыми увлечениями, радостью, счастьем, здоровьем ваших близких, родных, деток ваших, вас самих, чтобы ваш позитив никуда никогда не девался, чтобы вы не начали делать, это предоставляло вам только удовольствие. Я желаю вам, чтобы этот Новый год принес в вашу семью гармонию, счастье, удачи, всего самого-самого вам хорошего. Я вас очень люблю и очень ценю. Спасибо большое. Это видео мы записываем всеми блогерами, мамами, с кем мы знакомы. Одна часть блогеров уже сделала, переходите на их ссылочку, к Маше Бешко, по-моему, у нее разместили они. И другая часть — это мы, другие мамочки, они все тоже будут в описании этого видео, переходите к ним и послушайте их пожелания вам тоже. Всего хорошего в новом году. Целую, пока. Я даже не знаю, как еще вас поздравить, мне хочется что-то такое танцевать. Или шутку вам рассказать. Новый год сбывается даже то, что в другое время сбыть невозможно. Это вообще 100%.